Ну, в ветклинике ей сделали там укол, небольшую обработку. Давай, чуть-чуть, мы чуть-чуть. Давай. Пить хочешь? Да. Вот. Еще. Все, больше пока нельзя. Сейчас берем. БФ надо медицинский купить. У нас есть. Есть? Сейчас пока открытая рана, пока не надо. И куда ты собралась? Хлоргексидин. Вот куда ты собралась? Это вчерашний наш. Нет, хватит бегать. Новый постоялец. ЧМТ, разбит клюв и, видимо, поврежден глаз. Да, да. Принесли в ветклинику, там ему оказали первую помощь. Все. Ну, мы с таким клювом уже имели дело, чинили. Вот так. Все. Сейчас нам требуется полный покой пока. Да, и мыши. Все. Все. Сейчас пеленку. Во время всей экзекуции это чудовище носится и требует, не пойми, то ли червяков, то ли внимания, любви и ласки. А ты куда китинг и митинг убрала? Все, китинг и митинг убраны на прогулку. Балконный балкон наш. Вот два саеда. Этот уже перепархивает. Мелкий вполне себе хорошо ест. А вот они, кити-мити, изгнанные из рая. Ну, что ты, моя лапа? Идите. То. Ага, тебе еще, да? Не-не-не-не-не, все сыты, только мыши бегают и сама. Они сегодня... Ну и как же без этих двух изучательниц следов? Что тут было? Кто тут был? Ну, такое у нас утреннее утро. Но это еще не все. Ну, птичка. Машиной. Карастель. Машиной. Угу. Двумя машинами. Ну, вот удар по заднице пришелся, поэтому ноги не работают. Ноги совсем? Как это работает? Ноги совсем. То бишь без вариантов. Минимум. Ну, два варианта. Либо перелом позвоночника, либо ушиб сильный.